Косо Групп – мировой лидер в области автоматизации технологических процессов. С годовым объемом продаж 500 миллионов долларов, численностью персонала более 2000 человек и 52-летним опытом работы, Косо стоит в авангарде производства сверхэффективных продуктов, обеспечивающих работу различных отраслей промышленности по всему миру. Группа Косо, филиалы которой разбросаны по всему миру, имеет заводы в США, Великобритании, Китае, Южной Корее, Италии, Индии, Омане, Саудовской Аравии и Японии, а также множество сервисных центров по всему миру, включая обширные территории в Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Северной и Южной Америке. Кроме того, концерн располагает двумя собственными литейными заводами, расположенными в Индии и Китае. В рамках своей приверженности высочайшему уровню качества и своевременности поставок компания Косо Индия владеет полностью оборудованным литейным производством в Коимбаторе, штат Тамилнад, имеющим международную аккредитацию и сертификат ISO 17025 NABL, который позволяет поставлять отливки и заготовки мирового класса из различных металлов, включая углеродистую сталь, легированную сталь, нержавеющую сталь, дуплексную нержавеющую сталь, инконель, Си-12А и другие. Литейный цех оснащен оборудованием для проведения радиографического контроля, ультразвукового контроля, магнитно-порошковой дефектоскопии, капиллярного контроля, испытаний на твердость, ударных испытаний, испытаний на растяжение, испытаний на межкристальную коррозию и обладает современными цифровыми спектрометрами. Литейное производство, установленная мощность которого составляет 3000 тонн в год, а вес изделий варьируется от 1 кг до 2800 кг, расположено на обширной территории площадью 32 000 квадратных метров и хорошо оснащено для представления полностью индивидуальных решений для всей линейки клапанов. Под крылом концерна находятся такие известные бренды, как Parkle, Paladon, Seven Valves, Vector, Rexa, Kentrol, Hemeldau и M-Mac. Являясь крупнейшим производителем клапанов в Индии, индийский завод группы компании Косо, Косо Индия, играет важную роль в основной деятельности группы. Расположены на огромной территории площадью 40 000 квадратных метров в городе Нашик, штат Махараштра, завод Косо Индия является одним из 17 заводов мирового класса группы Косо во всем мире. Расположенный всего в 160 километрах к северу-востоку от Мумбаи, индийский завод Косо имеет прекрасное морское, воздушное и наземное сообщение с финансовой столицей Индии. Имея более 500 сотрудников, завод способен выпускать более 800 клапанов в месяц. Наши индивидуальные решения для критически важных применений охватывают широкий спектр продукции. Например, регулирующие клапаны, включая противопомпажные и система байпасов паровых турбин, шаровые краны с металлическими и мягкими седлами, высокопроизводительные дисковые поворотные клапаны, дисковые поворотные клапаны с тройным смещением, пароохладители, дроссели API и NSI, поворотные и линейные пневматические приводы, электрогидравлические приводы и многое другое. Чтобы обеспечить непревзойденную эффективность и компонентность, наши инженеры, прошедшие обучение в Японии и Великобритании, используют инструменты для подбора и определения размеров клапанов, соответствующие мировым стандартам, а также взаимозаменяемые конструкции и чертежи компании группы Косо, уделяя при этом большое внимание инновациям, качеству и безопасности. Мы используем такие программы 3D-проектирования, как SolidWorks и Inventor, для создания основных компонентов и спецификаций материалов. Среди основных аккредитаций компании ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 38-34-2, API 6A до PSL 3G, API 6D, ASMES и U-Stamp, PED 2014-68EU, ATEX 2014-34EU, KRN, TRTS. Наш современный обрабатывающий комплекс, занимающий площадь в 20 000 квадратных метров,
оснащен более чем 70 станками с ЧПУ, включая токарные станки с ЧПУ, многоосевые и пятиосевые станки, большие вертикально-токарные станки, горизонтальные сверлильные станки, вертикальные и горизонтальные обрабатывающие станки, сверлильные, шлифовальные и притирочные станки и так далее, которые связаны с нашей системой управления предприятием и обслуживаются опытными инженерами. Все наши станки с ЧПУ оснащены платформой IoT Industry 4.0, способны обрабатывать регулирующие клапаны до 32 дюймов, шаровые клапаны до 36 дюймов и поворотные клапаны до 60 дюймов. Цех также оснащен роботизированными установками газопламенного напыления для нанесения покрытий из карбида вольфрама и карбида хрома. Электроэрозионными станками для изготовления дисковых сборок и более чем 50 кранами грузоподъемностью 20 тонн. В соответствии со спецификацией ASME секция 9 мы располагаем более чем 12 сварочными постами, собственной установкой для индукционной термообработки, нагревательными печами, 7 роботизированными установками для наплавки и сварки стеллитов, несколькими установками для плазменной сварки дугой прямого действия и сварки вольфрамовым электродом в газовой среде и 150 одобренными спецификациями и характеристиками технологического качества сварки. На наших более чем 15 сборочных постах, управляемых опытными операторами, установлено множество специально разработанных инструментов, стендов и приспособлений, обеспечивающих высокую точность сборки и испытаний всех типов клапанов. Вся собранная арматура проходит строгие испытания в соответствии с утвержденными заказчиком планом, инспекцией и испытаний. Оставаясь верными нашему неизменному стремлению к безопасности и надежности, мы уделяем максимум внимания собственным испытаниям в тяжелых условиях. В число наших современных испытательных установок входят контроль на координатно-измерительной системе и манипуляторы FARO для измерения критических размеров, чистая зона в соответствии со стандартом ISO 14644, подтверждение CV для клапанов от 1 до 24 дюймов, гидравлических испытаний и испытаний на протечке для давления до 25 тысяч PSIC, огневые испытания клапанов диаметром до 8 дюймов, испытания на нулевые утечки в атмосферу в соответствии со спецификациями ISO и Shell, криогенные испытания клапанов диаметром до 24 дюймов при температуре до минус 196 градусов Цельсия, испытания PR2, динамические испытания для антипомпажных клапанов, испытания газом под высоким давлением, капиллярная дефектоскопия, магнитно-порошковая дефектоскопия, ультразвуковой контроль. Наш ультрасовременный окрасочный комплекс является свидетельством бескомпромиссного стремления к качеству и совершенству. Оснащенные 5 покрасочными камерами и 5 автоматизированными дробеструйными установками, которыми управляют инженеры уровня 2 Национальной ассоциации специалистов по коррозии, наш комплекс проводит испытания на растяжение и адгезию, измерение содержания солей, измерение толщины сухой пленки, обнаружение точечных отверстий для обеспечения стабильности и высокой надежности покрытий, которые хорошо работают даже в самых сложных морских условиях и в условиях высоких температур. Все наши процессы тщательно отображаются в системе управления предприятием от получения запроса до отгрузки готовой продукции. Благодаря уникальному серийному номеру, присваиваемому каждому компоненту, прослеживаемость тщательно поддерживается в течение всего производственного процесса. На каждом этапе, в том числе на этапе ввоза, в процессе производства и на конечном этапе, отделом качества посредством многочисленных инспекционных проверок, что гарантирует соответствие самым строгим требованиям заказчика. Если говорить об энергетике, то мы гордимся тем, что обеспечиваем топливом большее количество предприятий таких мировых гигантов, как Siemens, GE, BHEL, NTPC, Kiewit, Toshiba, Saudi Electricity Company, Росатом, Interrao, L5 Energo и многих других. Что касается нефтегазовой отрасли, то в список наших клиентов входят ADNOC, PDO, KOC, Qatar Energy, Saudi Aramco, Reliance, ONGC, Petronas, Petrobras, Siemens Dresser-Rand, Novatek, Yamal SPG, Arctic SPG-2, Сахалинская энергия, Таиф и многие другие. С момента своего основания в 1965 году группа компаний «Коса» по
постоянно разрабатывает разнообразные продукты, улучшая и повышая эффективность автоматизации в различных отраслях промышленности. Являясь частью COSA Group, мы опираемся на тщательный опыт глобальной организации, которая постоянно устанавливает новые стандарты совершенства в области управления и автоматизации. Превзойти ожидания заказчика – это твердое убеждение, которого придерживается каждый сотрудник компании COSA с момента ее основания, благодаря чему мы являемся глобальной силой, с которой приходится считаться в 21 веке и готовы принять любой вызов. Любой вызов, любая задача. COSA. Преодолеваем трудности с помощью оригинальных решений.